снова воскресила сестру. Наталья Фриски представила публике трогательные видео с Жанной Фриски. Шепелеву на это лучше не смотреть. Судя по всему, Наталья Фриски до сих пор очень скучает по сестре, хоть с тех пор прошло целых 5 лет. Родная сестра умершей Жанны Фриски, Наталья, снова начала вспоминать о прошедших счастливых мгновениях спокойно. Девушка опубликовала у себя в микроблоге в Instagram нарезку с видео, на которых она запечатлена вместе с сестрой. Отметим, что в кадре их сходство не оставляет сомнений. Вот что писали пользователи сети в комментариях. Сердце разрывается до слез. Вы так сильно похожи, будто близняшки. Натусик, вы такие обе зажигалочки, мега улыбки. Незаменимая, смотрю и плачу. Жить Жанночке, какая у нее светлая душа. Но все мы там будем. Значит, этот мир недостоин был ее. Вот и Господь забрал.